Здравствуйте, друзья! С вами снова Талисман. И сегодня я расскажу, как вам сделать онлайн интернет-карту, ОСМ-ку, подключить к Ози Эксплореру. То есть, чтобы в него загружать не офлайн карты, да, какую-то часть, там, кусок, который вы заранее подготовили, а чтобы можно было просматривать как в SASPlanet, как Google карты, как Яндекс карты. Можно было пользоваться Озиком, рисовать треки, ставить точки, то есть сделать все, подготовить все, что вам нужно, потом это экспортировать в навигатор и спокойно с этим работать. Например, там, сделать для себя базу там, рыбьих мест, да, то есть для рыбалки подготовить. Какую-то другую там базу можете сделать, несколько баз можете себе сделать. То есть, чтобы вы какой-то одной локации не были ограничены, можно использовать такую функцию. Вам для этого понадобится один плагин установить в Ози Эксплорер. Ссылочку на него я оставлю в описании видео. Что мы делаем? То есть мы его просто запускаем, идет установка, все, он установился, больше он нам не нужен, и открываем как обычную карту, load map файл, только идем в папку, с Ози, где у нас установлен Ози Эксплорер, папка maps карты, у нас появилась папочка интернет maps, интернет карты. Заходим сюда, выбираем нашу карту, ждем немножко, и вуаля, у нас появилась ОСМ-ка, интернет-карта. Здесь мы можем взять, нарисовать какой-нибудь трек. Какой-нибудь любой. Ну, я сейчас для примера тут каракули нарисую. И потом его либо в PLT обработать, сохранить, либо, если мы хотим его залить в навигатор, выбираем Save, Export GPX файл, выбираем наш трек, сохранить. На рабочем столе даем ему название. Ну, назовем его тоже 1, 2, 3. 1, 2, 3 трек. Сохранить. Все, закрываем. Открываем папку 1, 2, 3. И вот он появился, наш трек в формате GPX. Просто заливаем его в навигатор и пользуемся. Спасибо за просмотр.